Это первенство проходит три раза в год. Его основная задача – дать возможность молодым спортсменам края показать свои возможности и, конечно же, получить все более опытных земляков в новом для Кубани виде спорта. Возраст участников от 7 до 18 лет, дистанция – 1000 метров. У южных конькобежцев получается пока не все, но, как отмечают организаторы первенства и тренеры, многие ребята делают большие успехи. Общая физическая подготовка спортсменов на самом деле достаточно хорошая, ресурс у спортсменов очень высокий. Его надо просто сейчас, как бы, так как из пластилина слепить то, что нам надо, и они могут соперничать наравне абсолютно с на уровне России на российских соревнованиях. Среди участников и члены сборной Краснодарского края по шорт-треку. Ее лидер – сочинка Екатерина Трещилова. На лед вышла недавно, но уже успела представить Кубань на всероссийских турнирах. Говорит, что у спортсменов из других регионов шорт-трекеры из Краснодарского края вызывают неподдельный интерес. Шорт-треком мы занимаемся год именно на коньках, но перед этим мы катались на роликах. Для Сочи это, конечно же, редкость, потому что шорт-трек развит здесь недавно. Команда более-менее растет, и мы надеемся, что на России мы будем показывать хорошие результаты. Стоит отметить, что тренеры и спортсмены прогнозируют хорошую динамику развития этого вида спорта в регионе. В сочинских школах появляется все больше воспитанников, а сборная показывает неплохие результаты. Вот и сочинке Екатерине Трещиловой снова улыбнулась удача. В средней группе среди девочек она уверенно заняла первое место. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.